Привет, мои дорогие друзья и мои дорогие зрители! Сегодня опять я, Мариночка, ваша Марина, ваша Мариночка. Сегодня я выставляю блог, показать некоторые покупки, которые я хочу с вами поделиться. И первое, что я хочу с вами поделиться, это мои денюшки. Посмотрите, какие они с блёстками, красные, прекрасные. Вот. Значит, я сегодня намазала это тени и с палетки, которые я вам показала с прошлого видео от Catrice. Да, Catrice, вот я вам показывала, которую я купила и вам говорила, что я купила это за 4,99 евро или 4,95, нет, 4,99 евро, вот. И я сделала тень, намазала тень, вот это. Вот этот тень, тут не написано какой, но вот как вы видите, не вот эти бледные, а вот это немножко бордовая, да, бордово-золотистая. Вот, и как видите, у меня какие тенюшки, и мне очень нравятся они. Вот так. От Catrice. Да. Вы знаете, что я люблю делать на своих руках вот такие тату, которые из наклейки. Это не тату, а наклейки. И я любительница, и вот я купила вот такую целую штучку, которую я приклеиваю на свое тело, по всем частям моего тела, вот эти татушки. Тату. И я это купила только за 99 центов. Вы видите, здесь пластинки, магнитофоны. Они мне так по душе и мне так нравятся. И вот такие есть. Вот так, посмотрите, вот так употребляют. Пожалуйста, здесь тоже та же картина. Вот, и это делают на руках. Можно везде, по всем частям тела. Вот у меня, посмотрите, вот это. Вот, можете посмотреть, это от узор, от, вот, от Versace. Пожалуйста, вот, посмотрите. Ну, мне нравятся эти наклейки, они специально для тела, и это можно употреблять по всем частям тела. Итак, как вы видите, на мне новая блузка, ти-шерт, это я купила только за евро 99 центов. То есть почти 2 евро, и она коротенькая, и посмотрите, какая прикольная она блузка. Вот я встану, пожалуйста, посмотрите, вот так. Вот это мои шортики, которые я вам показывала на прошлых видео. Вот она такая коротенькая.
Посмотрите сзади, как она красива. Вот очень углубленный такой углубленность на спинке. Не знаю, очень углубленная она. Этот вырез как бы. Ну, у меня вот так получается, я не знаю. Это я купила из магазина Terra Nova. И мне очень это нравится, блузка от Terra Nova. То же самое и мои шортики прикольные. Вот так. Я очень люблю эти мои шортики. Теперь я хочу вам показать мою новую блузку, которую я очень хочу с вами поделиться. Это на прошлое видео, которое я говорю на английском языке. Это блузка, и хочу я вам показать. Но извиняюсь, немножко потерпите. Я сейчас это надену и приду. Пожалуйста, я поговорю потом. Пожалуйста, посмотрите на мою куколку, и я скоро вернусь. Мои дорогие, вот и я вернулась. Теперь посмотрите ваши взгляды на мне. Вот эта блузка, посмотрите, какая она очень прекрасная. Вот с такими бабочками. Вот так она завязывается, как вы видите. Тут первая буква М, как Марина. Сзади посмотрите, как она, знаете, она такая интересная ткань на этой блузке. И вот с такими бантиками. Мне очень-очень эта блузка нравится. Вот с такими воротниками. Я хочу подойти к вам поближе. С такими воротниками, вот, ну, она черная, не так уж хорошо. Вот, посмотрите, вот и воротнички, как мужские воротнички, вот так. И вот темный цвет очень, вот так. Я очень люблю эту блузку, очень полюбила. Я это купила у одной китайки за 10 евро. Посмотрите, вот здесь вот такой вырез. Сзади удлиненная, а вот здесь немножко поднятая, как бы, посмотрите, вот такой зарез. И вот так не поднимается, а вот так, а сзади вот так, и тут как бы, посмотрите, вот так бывает. И немножко дутый вид, да? Но она очень мягкая и очень-очень интересная блузка. И с такими рукавами. За 10 евро, я опять говорю,
купила у одной филиппинки. Следующая моя покупка, это я сегодня купила. Это вот, не знаю, но я хотела с вами поделиться. Вот это я туда буду класть сахар, как бы сахарница я буду использовать. Вы знаете, за сколько я купила? Только за евро и 20 центов. Всего лишь из магазина у нас Сеуа. Вот, посмотрите, какая красивая. Тут употребляют вообще в кухне. И я буду это использовать как сахарницу. Пожалуйста, вот так. Мне она очень-очень понравилась. Да. Вот я на сегодня хотела с вами поделиться и рассказать о моих покупках. Да, ну, будут еще новые видео. Вновь будут встречи с вами, потому что я люблю поделиться с вами, с моими интересными покупками, интересными делами. Очень многие просят, чтобы я уже с ним, для них, с ними поделилась насчет рецептов. Да, я знаю много рецептов. Я обещала, вчера мне одна девушка пишет, что поделись с нами с твоими прическами, как ты прически делаешь, так как каждый день у тебя красивая прическа. Я обещаю, как я делаю мои прически, это тоже сделать блог. Ну, на сегодня хватит. Спасибо вам, спасибо за ваше